Компании Leica продолжили серию SL. Новая SL3 создана на базе актуальной Q3, то есть получила 60-мегапиксельный сенсор со стабилизацией, поддержку видео до 8К, 30 кадров в секунду с 10-битным цветом, скорость фотосъемки с автофокусом полноразмерных файлов до 4 кадров в секунду. Все это в крепком Panasonic-образном корпусе массой около 800 грамм под L-mount. Цена камеры для компании Leica демократична, почти 7000 долларов. Помните компанию Red, ту, которая делает шикарные кинокамеры за десятки тысяч долларов? Так теперь эти шикарные камеры будет делать компания Nikon, которая купила компанию Red, что должно улучшить видеонаправленность первой. Подведены итоги первого молодежного фотоконкурса «Восток внутри» от Института востоковедения Российской академии наук. Регистрация на фотоконкурс Drone Photo Awards открыта до 1 апреля 2024 года. Принимаются аэрофото и видеосъемки, сделанные из самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, воздушных шаров, дирижаблей, ракет, воздушных змеев, парашютов и тому подобного. Одно изображение от каждого участника принимается бесплатно. За последующий требуется небольшой взнос. Первое весеннее тепло пришло и на улице Москвы. Оставайтесь на связи, товарищи.